В общем, друзья, мы решили спонтанно поехать со Львова, поехать в Ивано-Франковск, провести свои выходные как-то интересно и весело. У нас там велики лежат. Мы надеемся на то, что мы приедем и будем там кататься на великах. Вот, и еще куча много разных планов. В общем, я буду за рулем, и это уже приключение. Сейчас только один выезд. Один выезд из парковки будет чего стоить. Дороги мы хотим заскочить в какие-то пару замков, все, что попадется на пути. В общем, поехали. Давай. Как мы будем ехать? Я сняла, теперь Коля садится за руль и пиздец 3 часа. Свой выходной. О, все, говори. Другим на Франковск мы решили остановиться возле замка Свирш, посмотреть, чекнуть, что там есть. Мы зашли и обломались, потому что нам сказали, что нужно взять экскурсию. Короче, ждать нужно 1 час, и потом 1 час экскурсии. А у нас нет столько времени, потому что я заболел, походу. Людина, почему? Повертайся. Сильний засвет. Покажи. Глянь, ну что за такие? Что за рога какие-то сами рога? Я же так выглядаю в жизни? Нет. Прикиньте, вообще жить в таком замке, это так шикарно, чувствуешь себя аристократкой. За отопление, правда, надо будет очень много платить. Я сейчас зайду в пещеру. Ну иди. Итак, друзья, мы заходим в темную пещеру, что же может случиться? Например, то, что мы услышим запах мочи. Ой, боже, тут туда. А, ну все. А, это все. Паутина и просто... И карты. Кто-то решил сыграть здесь в карты. Фото хочешь, гарно? А? Хочешь гарно фото? Да, да, давай. Мы не зашли в замок, мы только пофоткались рядом с замком, потому что там шла экскурсия. Экскурсия разрушается в 3-й годині наступна. Зараз вже йде, а просто погуляти по замку? На жаль, ні. Плюс ще й свадьба була, в общем, а нам це зовсім не нужно. Просто вернемся как-нибудь в другой раз. Глянь, эти елочки будто показывают фак. Короче, пока мы ехали ко второй локации, мы решили стать в очень красивом месте, где очень много желтых цветов, и сейчас мы будем фоткаться. Найс. Сейчас еще один вкус. Дам тебе. Я хочу за герочку. Дождь начинается. Герочек. Ты забрала мне герок? Нема більше гірка? Там ще є огурець. Я не бачу. А, дуже глибоко, прийдеться відкусити половину. Ні. Ми стали фоткати, ще їсти. Це друге. Дощ пішов просто, і тепер фоткатись буде незручно. Ми вже приїхали к сади Бірея. Добирались мы, конечно, как до черта на куличках, там так говорится. И дорога была отвратительная, но мы приехали. Сейчас припарковали машину, хочу вам показать место, возле которого мы припарковали машину. Оно не менее магическое сейчас.
Если честно, у меня даже немножечко мурашки по коже. Пишет один источник, около 10 лет православная церковь пыталась реставрировать и, в общем, взять под свою опеку этот дворец, но в конце концов на аукционе выкупил его приятный предприниматель. Частный предприниматель. Guys, the video about our trip to Ray's Manson Palace is very exciting and I would say mysterious. So I decided to split my vlog into two parts and make the other one about this building. I shared the link for you in the video description, so please don't forget to check it. Мы это сделали 4 часа и мы в Ивано-Франковске. Идем сейчас поужинаем и пойдем немного погуляем. Да. Да, все, пошла. Мы взяли себе по бокальчику вина, но оно такое вкусное. Я думаю, сейчас не за горами еще один бокальчик, а там, глядишь, вечериночка. А, ничего, что за вина? Вы же перепродавали. Всем доброе утро. Это уже второй день, как мы находимся в Ивано-Франковске. Начало как какого-то дневника. Что смешного? Не знаю. Я вчера ничего уже не снимала, как после нашего ужина, потому что мы заселились в наши апартаменты, которые я сейчас вам покажу. И после этого мы просто лежали, ничего не делали, а потом решили пойти накваситься. Сейчас мы что будем делать? Сейчас я вам покажу квартиру, в которой мы остановились. А, вернее, комната. И потом мы пойдем завтракать. У-ху! В общем, такая милая и небольшая комната, но для нас двоих просто супер, и мне, если честно, очень здесь комфортно и уютно. Комната у нас в стиле таком руфтоп. На крыше есть два окна, которые легко открываются, и это вообще супер. Я давно себе хотела, вот, я очень сильно хотела, чтобы в моей комнате такие были окна, и я могла наблюдать за звездами. Ну, хоть так. Прежде чем поехать в Ивано-Франковск, я прочитала несколько статей о том, что посетить, куда пойти, где покушать, где погулять. Одно место мы уже посетили, это фабрика. Мы вчера поужинали там, там было просто манифик, шедевральный манифик, все эти итальянские слова. Второе место это профитроли или профитроль. Там мы будем завтракать. После завтрака мы решили приехать в парк Шевченко в Ивано-Франковске. Посмотреть на парк, на памятник Шевченко. Я вспомнила, когда я была в Нью-Йорке, в Центральном парке. И вот этот парк Шевченко мне почему-то напомнил его тоже.
Ну, такая классная кожанка. Велик круче. Хотела себе где-то такой велик. И все. И нет у меня теперь ничего. Еще и велик не мой даже.